Один из самых выращиваемых и самых популярных овощей в мире – это морковь. Это важная пища в нашем рационе, она обычно известна своим сладким вкусом и оранжевым цветом. Кроме того, она обеспечивает многочисленные преимущества для здоровья, в том числе облегчение симптомов гриппа и простуды. Морковь облегчает проблемы с дыханием, включая кашель. Итак, чтобы предотвратить их, в сегодняшней статье мы собираем поведать вам рецепт морковного сока. Если вы добавите в него лимон и мед, вы получите отличное оружие против простуды, гриппа и кашля зимой. Морковь является одним из самых употребляемых овощей в мире. Благодаря своему выдающемуся вкусу и удивительным питательным компонентам, морковь также использовалась для приготовления натуральных медицинских рецептов. Морковь славится своей способностью улучшать зрение и кожу. Благодаря высокому содержанию витамина С и В, морковь устраняет грипп, мокроту, простуду и кашель и одновременно укрепляет иммунную систему. Для приготовления сиропа вам понадобятся ингредиенты, которые, вероятно, есть на вашей кухне, а именно 5 больших морковок, лимонный сок 1 лимона, 4 столовые ложки меда. Приготовление. Морковь нарезать небольшими кусочками и варить пару минут в небольшом количестве воды. Как только она сварится, дайте ей остыть. Затем измельчите морковь вилкой и добавьте лимонный сок. Далее добавьте 4 столовые ложки меда и хорошо перемешайте. В конце положите смесь в стеклянную банку и поставьте в холодильник. Использование. Употреблять 5 столовых ложек этого сиропа ежедневно, пока симптомы полностью не исчезнут. Преимущества использования этого средства. Помимо вышеупомянутых преимуществ, этот домашний сироп будет бороться с воспалением и болезненностью в суставах, костях и мышечных тканях, борется со стрессом и успокаивает нервы и беспокойство. Кроме того, он обеспечивает вас энергией на весь день, а еще он будет лечить кислотный рефлюкс, гастрит и изжогу. Не рекомендуется для диабетиков, так как содержит сахар.